Значит, находимся на улице Муромской. Развели здесь уже внутреннюю канализацию. И сейчас засыпаем все грунтом. Так, сейчас пройдем. Вот у нас помещение. До этого мы показывали подвал. То есть здесь уже вот выставили опалубку. Сейчас будет сюда укладываться пленка. Вот этот проем точно так же все это огородили. И вокруг сейчас все вот это будет заливаться бетоном. Так, канализация. Внутри вся разведена. Трубы у нас все 110-е. Обязательно все это привязывается к цоколю хомутами. То есть, когда дом уже будет готовый, там зайдем. Вот у нас они все идут в перегородках. То есть, все вот эти 50-е трубы, которые выведены, они будут торчать из перегородок. То есть, нигде по наружке стен вот этого уродства нигде не будет. Все будет спрятано. Но ее всего тут вот 50 сантиметров. А сама основная магистраль идет вся 110-я. Вот у нас санузел. То есть вот она у нас раковина, угловая ванна, унитаз. Такое место, где проходим мы, получается, вот по воздуху. Грунт все равно с годами, чтобы тут не делали, сейчас мы это все протрамбуем, конечно, но все равно с годами он просядет, поэтому здесь выпускаем шпильки, которые также будут в бетонной плите потом забетонированы. Еще один вывод у нас канализации, это вот она кухня. Здесь пошла по прямой магистрали, там септик. Сейчас покажу соседний. Тоже уже канализацию развели. Сегодня у нас в планах засыпать два цоколя. Ну, а завтра будем уже трамбовать, вязать арматуру и, собственно, заниматься заливкой бетонной плиты. Оба вот эти дома у нас проданы, строим под заказ. Значит, по вот этот второй санузел здесь будет у нас стиральная машина, раковина и унитаз. Вот она пошла, длинная ветка. Точно так же, где по прямой, не рядом с цоколем проходит у нас, выкинули шпильки. И там все уходит в фундамент. Вот это второй санузел. Здесь, значит, будет у нас душ, раковина, унитаз и угловая ванна. Вот это выход канализации, это уже кухня. То есть по вот этому проекту здесь будет и ванна, и душевая кабина, это в одном помещении, ну и унитаз. И во втором будет отдельно унитаз. То есть получается в доме два санузла. Такой дом, площадь у него 112 квадратных метров, жилая внутри. По стоимости 7 миллионов 200 тысяч. Это с отделкой под ключ и благоустройством.